есть большой вопрос вообще к тренерскому штабу Абаскали, а есть ли у них тренер по стандартам? Потому что стандарты Спартака — это тихий ужас. Что в атаке, что в обороне. Особенно в обороне. Они вообще такое ощущение разбирали «Зенит». Вот этот у них был, помню, розыгрыш. В первом тайме, помнишь, был штрафной с левого фланга, ближе к углу штрафной. Когда они разыграли и вывели на подачу Дугласа. Да. Они так делают каждый матч. Вот 5 туров они так разыгрывают вот этот штрафной постоянно. Ноль вообще, под тройки какой-то. То есть как будто вообще не смотрели. Это очень странно. То есть прям видно, вот в «Зените» есть Тимощук, который отвечает за стандарты. И видно, что у них каждый сезон топовые стандарты. Угу. Вот в «Спартаке» как будто этот человек просто отсутствует. Вот как класс вообще. Это очень странно. Так не должно быть. Я не знаю, Абаскаль считает, что не нужен этот человек, или он не видит в этом проблему. Короче, вопросов очень много.